нас никто... Такая модель нас ждет. Нас никто не ознакомил с этими планами. Ну, в прессу просачивалась информация. Это все абсолютно кулуарно. Это все абсолютно закрыто. Это нигде не обсуждается открыто со специалистами. Есть эксперты в каждом направлении в Украине, слава богу, мы работаем уже 30 лет над тем, чтобы поддержать и как-то развивать медицину. Нас просто отстранили.